Всем привет! Сегодня мы вам показываем наш обновленный кронштейн для вепря. Кронштейн, раньше наш АК-шный кронштейн не вставал на вепрь, у кого планка не имеет вертикального пропила, как на калаше. Мы это исправили в новой версии кронштейна. Мы сместили вот этот винт сюда от коробки ствольной. Плюс мы чуть-чуть укоротили сзади кронштейн, чуть-чуть спереди. 5 мм здесь, 5 мм здесь. И проточку мы сделали в формате призмы под окок. Здесь вот сейчас стоит окок ТА-44, полторушник, который установлен просто на прямой маунт винтом снизу. Здесь вот под выборка. То есть это у вас снижает габарит, убирает вес. Если вы окок или любой прицел сходный с окогом по посадочной призме, Bushnell Elite, Bushnell Tactic, их очень много, трехкратных призматик, воспользуйтесь. Кронштейн, естественно, будет идти также в коробке. Цена будет на него точно такая же, как на кронштейн для калаша. А то, что он ставится, ставится он вот таким образом. Поставили. Загнали вперед до упора. И закрутили фиксирующий винт с динамометрическим ключом с усилием 9 ньютон-метров. Ну, здесь я сейчас закручу, естественно, голой рукой. Вот кронштейн стоит. Теперь, чтобы показать, что все разбирается, простой пример. Вынимаем крышку, вынимаем пружину, вынимаем затворную раму. Все, кронштейн стоит на месте, позволяет вам почистить коробку без проблем, позволяет вам, не снимая оптику, произвести обслуживание карабина, после чего все собрать. И при этом он весит всего 165 грамм, не утяжелит ваш карабин и позволит установить любой прицел, вплоть до ночника, близко к глазу. Кронштейн цельнофрезерованный из цельного бруска В95Т. Цена будет 7700 в розницу. Все, будем надеяться, что он вам понравится и что вы их у нас будете покупать. Спасибо.